В инспектор проекта можно войти, нажав на шестеренку. Здесь мы можем менять название проекта и размеры canvas, холста. Изменять размеры можно, удерживая нажатой левую кнопку и протаскивая мышку направо для увеличения и влево для уменьшения. Можно выбрать готовые стандартные размеры canvas. Мы можем выбрать фон. Есть возможность автоповтора при воспроизведении. И описание проекта и теги для объяснения поиска. Доступ к проекту стандартный, полностью открыт по ссылке и личный. Вы можете запретить открывать свой проект в редакторе, чтобы никто не мог посмотреть ваших секретных технологий. По умолчанию запрещено создавать копию вашего проекта. Разрешить изменять проект можно в случае совместного редактирования. Но осторожно, не забудьте снять флажок разрешения по окончании сеанса работы с коллегами.